40 живописных и амаль 30 работ декоративно-прикладного мастерства вучня у школы номер 2 Могилева будут выставлены у президентской библиотеки Республики Беларусь. Выстава пройдет в рамках штогодовой республиканской доброчинной акции «Наши дети». Свою первую соправдную мастацкую работу Варвара Гудкова намалявала у первом классе. С того часу фарбы и пензель не выпуская из рук. С особливым настроем рыхтуется до выставы у столицы, где сярод інших будет представлена и яе творчесть. Этой выставкой мы хотим показать то, что в работы вкладывается очень много труда и всякого мастерства, и то, что хотим вообще основная мысль этой выставки в том, что в мире должно быть добро, дружба и взаимопомощь, взаимопонимание. Мастацкий накірунак у школе існуе больше 50 годов. У республиканской доброчинной акции «Наши дети» представить творчесть как выпускников школы, так и теперешних вучнев. Я являюсь постоянной участницей всяких разных конкурсов. Недавно выбрала, забрала место на республике. Второе, моя работа сейчас висит в музее Белинского Берули. Сярод работ, якія старанна пакуюць вучні і настаўнікі, натюрморты, пейзажы, казачныя ілюстрацыі, адным словам, усё, што любяць дзеці. Дапоўніць выставу ў прэзідэнцкай бібліятэцы Рэспублікі Беларусь і работы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ад магілёўскіх школьнікаў. Мне очень нравится лепить из глины. Я лепила оберег с темой мира, потому что наша школа – это школа мира. Я очень хотела донести свою мысль всем, потому что изобразительное искусство нас всех связывает. И мне очень хотелось бы, чтобы мою работу увидели не только жители Минска, но и сам президент. Это очень большая честь для нас и ученики, выпускники, которые уже выпустились со школы, и ученики, которые еще учатся. Мы все очень долго работали и готовились к этой выставке и надеемся, что всем все понравится. Ребята с удовольствием откликнулись, они помогают упаковать работы, собрать эти работы. И кроме этого, значит, часть ребят рисует новые работы творческие, поскольку мы хотим представить на этой выставке не только творчество разных лет наших учеников, выпускников разных лет, но и творчество сегодняшних наших учеников. И в конце декабря вот часть ребят, которые нарисуют новые работы, посвященные именно вот в тему мира, да, поедут в Минск. Подчас штогодовой республиканской акции «Наши дети» для юных талентов на проконце снежня будет организована экскурсия у президентскую библиотеку. А еще яны наведают казачное представление. Юлиана Шлыкова, Миколай Соболев, новины региона.